Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в игру, в которую я не играл очень давно. Называется она «Русское лото» за 200 рублей. 20 тысяч, здесь суперприз, есть 20 призов по 1 миллиону. 20 миллионов, главный приз, кстати. 12 призов по 2 миллиона. Здесь что? Стираем эти числа, ищем эти числа здесь. Одна строка совпала, 100 рублей. Здесь, если одна строка совпала, 400, ну и так далее. Тут видно, за две строки 2000 и так далее. Минимальный приз сотка здесь, несмотря на то, что билет стоит 200. Ну и главный приз это 20 лямов. 70% призовой фонд, по-любому мы выиграем сегодня. Итак, поехали, друзья. А вы тем временем подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Потому что без вашей подписки эта удача не работает. Так, 1-4, есть такое дело. 16, 18, 18, 16. Так, 19, 24, 19, 24. Блин, что-то пошел, друзья, разнобойчик. Такое мне не нравится. 26, 39. Так, 26. Смотрим, вот он. 39, 42, 46. Поехали. 42, 46, 52, 55, 55, 52, 56, 62. 62, 63, 71, 63 и 71, 77, 80, поехали, 80-очка и 77. А числа-то заканчиваются, друзья. 81 и 83. 83, 81. И пока что-то у нас строчки не собираются. Так, 84, 86. 84, 86. 85. 88 и 90. 88, 90 и 85. Смотрим, друзья. Ну, не собрались у нас опять здесь строчки. Билет, походу, что без выигрыша. Тут, 1, 4, шестерки не было. Правильно, правильно. Вот без шестерки вот так и получилось, что 19, 42. Фигня какая-то, короче, пошла. В разнобойчик. Друзья, без выигрыша сегодня билет. Подписываемся на канал Технобар Плюс. Поддержите лайком данное видео. Я желаю всем удачи. Всех обнял.